Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Русов FPS. И сегодня у нас будет видеоролик, как скачать самую, так скажем, первую версию. Можно ее так назвать, самая голая версия FIFA 14 на Android без всяких модов, потому что мне это надоело. Ну, надоело то, что FIFA, даже вот это 14, в общем, пока я с вами тут буду говорить, почему все вот это надоело, я буду устанавливать. Для начала мы устанавливаем АПК. Ну, в принципе, все стандартно. Тут АПК ОББ, но нету дат. Вот. Открывать не надо ее. Потом, когда ОББ откроете, так ОББ вставите, тогда только уже открывайте АПК. Вот. Почему же мне надоело? Во-первых, сама FIFA, как и все FIFA, так скажем, вплоть до 20-й, они не доработанные. Они просто сделаны на отзабись, так сказать. Вот, сейчас мы извлекаем мы внутреннюю память на Android в папку ОББ. Вот, извлекаем. Сейчас быстро извлечется, вот. И то, несмотря на то, что она сама такая дреснотная в плане того, в плане программистов, так скажем, которые не могут напечатать нормальные коды для этой игры, иногда бывают баги. Но еще и сами мододелы косачат, то есть косяк накладывается на косяк. Потом с каждым годом этот косяк на косяк, косяк на косяк. И уже предполагают, что через 2 года, приблизительно 2, уже моды ставить будет, ну, практически невозможно. Сами Electronic Arts уже давно забросили эту игру, ну, потому что она не приносит никакой прибыли электроникам. Вот, то есть там уже давно закрыт Ultimate Team. Сейчас мы попробуем зайти. Если не зайдется, то, скорее всего, я что-то неправильно сделал 100%. Потому что там нужно было... Да. Вот, смотрите. Пишет, что вы не приобрели это приложение. Кстати, многие так делают. И многие недоумевают, почему я же все правильно сделал. А вот, к сожалению, неправильно. Потому что нужно было на самом деле... Это мы все удаляем. Потому что нужно было что сделать правильно? Определенную папку вставить, которая называется com.ea. Вот, вернемся к нашей теме. Уже предполагают, что скоро, ну скоро, через 1-2 сезона уже нельзя будет ставить моды. Ну потому что, во-первых, там устройства будут более современные. Android, все дела. Не знаю, как более современная версия на Android повлияет, потому что там нужно требование просто, чтобы было Android 2.4 и больше. Но, скорее всего, создатели игры мне, так скажем, не подумали, и в итоге у них получилось так, что скоро она и не будет, в общем, работать. Вот, мы пока ее сюда извлечем. Значит, сначала еще раз. Ну, по стандарту АПК все понятно. И потом мы зайдем в игру, посмотрим, поностальгируем, так скажем, потому что это самая классная FIFA из всех. Кстати, хотел установить FIFA 13, но, к сожалению, не получилось также. Почему не... Изучим сюда. Почему не получилось? Потому что там на iPhone, на... Какой iPhone? На Windows Phone. И там нету АПК, там только ОББ. То есть там только кэш. И я не понимаю, как вообще можно установить эту игру. Вот, ну... Там, кстати, Аршавин еще в арсенале. Прикольно было бы поиграть. Там немного упрощенный геймплей. FIFA 14 Mobile, она более такая... Там все скомпоновано. Ну, сейчас перекинем нужный файл. Вот наша папочка.
это нам, по-моему, не нужно, да, потому что тут ноль объектов. А вот эти два объекта нам нужны. Поэтому мы перекидываем вот эту папочку сюда, 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 сюда и сюда. А вот так, и нужно проверить, чтобы тут было два файла, main и main. Вот. А эти файлики мы удалим. Мне кажется, еще лучше будет интернет отрубить, чтобы, ну, не лихорадило фифу. Так, только без шуток, ладно? Yeah, boy, baby, I fuck you. А, сорян, YouTube, я... Так, я сматерился впервые на английском. Ну, нормально, чё. Ну, в смысле, на канале. Вот, и показываю, что сделать, если у вас экран нестандартного разрешения. Просто заходите... Так, еще раз покажу. Вот у вас тут такая дресня, то, что у вас... Я соглашаюсь, да. Вот, у вас такая дресня с экрана, просто выходите сюда, нажимаете сюда, 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 вот так вот. И полноэкранный режим. И у вас все должно быть красиво, сочно и круто. Да, вот, у меня только справа немножко есть, но потому что тут камера и eSports TV Game. Кстати, еще покажу вам, как можно здесь скачать комментарии. Не знаю, раньше... Качать нельзя было, я почитал на сайте, вот, на PDA Life, и там кто-то говорил, а как скачать комментарий, типа такого, вот, и там сказали, что, один говорил, типа, нельзя, другой сказал, зайди так, вот мы сейчас зайдем, так, вот, звук и вот речь, вот мы ее как бы можем прослушать, я слушаю, вы не, вот видите, ошибку выдает, значит, заходим на... обновление состава, он скажет, у вас уже последние составы, и сейчас вроде бы должно все заработать. Да? Е-бой! Вот вам такой лайфхак! Мне кажется, это нужно было на отдельный видос сделать, но ладно, окей. Вот, ну в принципе, что еще тут можно вам показать? Тут... Карьера не вылетает. Тут старые составы, да, тут old составы, но карьера не вылетает. Ой, вот, оу, фак, вот этот интерфейс прям скучал. Вот, ребят, для чего я делаю вообще этот ролик? Не для того, чтобы показать, как скачать конкретно, потому что вы это уже, я думаю, без меня знаете, но только для новой аудитории. Мало ли, вдруг кто-то вообще не знал про такую игру. Вот. Делаю для чего? Для того, что у нас карьера за Динамо, там будет последний выпуск, скорее всего, я его выпущу уже после этого видоса, поэтому вот предупреждаю, там, короче, карьера закрывается, потому что там после матча Реала, я не буду говорить, какой счет, после матча Реала там уже все, там уже нельзя играть, там я и этот, как его, и, так, две минуты, этот, новичок, там я все, что можно, делал. Абсолютно все. И так играл, и... как еще сказать-то? В общем, сначала так просто играл, потом просимулировал. Ничего не помогло. Я не знаю почему. Ну вот просто не помогло. Она просто берет и вылетает. Вот. Поэтому я предлагаю начать какую-нибудь карьеру в FIFA. Вот в этой FIFA. Вот, предлагайте. Ну, только не за сильные клубы, потому что я не люблю за сильные клубы играть. Это мне не нравится. Вот, вообще не нравится. Ну, не нравится, потому что... Так, во-первых, оперативная камера вот так вот. Вот-вот вам еще схема поля, чтобы было включено. Это я вам тоже показываю, чтобы удобно было играть. Вот. Так. А, блин. Вот, и предлагайте, может быть, какие-нибудь клубы РПЛ. Я вот сейчас вам покажу. Какие-нибудь... Что тут вообще есть из клубов? Начать матч, сюда. Насчет премьер-лиги не знаю. Насчет бич-клуба, может быть, возобновить что-нибудь. Бич-клуб очень долго идти, и, скорее всего, я не смогу дойти до вышки и там что-то выиграть. Можно в премьерке. Что-то, я не знаю, какой-нибудь Зенит, нет, 100%. Вот вы скачайте голую, кому уже задолбалось вылеты в карьеры и все такое, скачайте голую версию вот это вот и посмотрите, может быть, Амкар, типа возрождение клуба такого, ну как вы знаете, он обанкротился. Вот тут по составу
как бы все более-менее, ну, плохо, конечно, но норм. Ростов есть, есть Ростов. Да, а, нет, сначала есть Волга. Волга. Фильм такой советский, может, смотрели. А, Сычев. Ну, уже старенький такой, еще лет 6 назад он играл, но Сычев все-таки, на секундочку. А, далее, Зенита Маршавин, его можно выкупить. А, Динам, какой Динам, Ростов. И там есть наш любимый тренер, игрочишка, ну, как вы поняли, Дзюбинатор. Вот, поэтому предлагайте, устанавливайте эту фифу. Я не знаю, возможно, я буду еще записывать видеоролики с годными модами, реально, без вылетов. Вот реально возьму, поищу, чтобы без вылетов, без всего. Кстати, в модах там очень быстрый геймплей. Здесь, вот, когда отвыкаешь от обычной фифы, понимаешь, насколько в моде все хреново. Там реально какие-то быстрые, туда-сюда бежишь, что-то это, а тут все нормально. Кстати, я не сказал, с какого сайта скачать. Скачать можно, в принципе, с любого сайта, но, ну, просто в Google или в Яндекс заходите, вбиваете... Кстати, Полос здесь еще, я не знаю, как он здесь, хорош или нет. Вот, просто заходите, вбиваете... FIFA 14 на Android. Вот, просто скачать FIFA 14 на Android. И там выходит сайт PDA Live. Вот, и с него качаете. Еще раз напомню, нужно сначала установить АПК, но не открывать, потом ОББ, как я вам уже показал, папку ком, именно папку ком закинуть туда. Вот, и потом уже все, в принципе, открывайте АПК и играете. Лучше без интернета открывать, потому что, возможно, он с интернета вам выдаст. Если у вас будет включен нет, то, возможно, он ошибку вам выдаст. Кстати, есть рубинчик. Можно возобновить рубин. Вот спокойно, я только рад. Не, рили, вот. Рубин бы я возобновил, серьезно. Они тут, кстати, очень медленно делают финты. Более, так скажем, на реальность похоже. Ну все, я уже заболтался. Давайте будем заканчивать наш видеоролик. Что еще можно под конец сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Все. Если вот вам понравился мой видеоролик, предлагайте какие-нибудь карьерки, может, какие-нибудь матчи записать, противостояние. Кстати, я вспомнил. Чемпионат мира. Я записывал рубрику эту, по-моему, летом. И можно ее возобновить. В общем, всем пока.